Вот. Ну, я немножечко представлюсь, потому что не все меня знают. Вот, я начинал служить в Московской епархии в храме святителя Николая Мердыкийского Чудотворца в селе Ромашково. Ну, вообще-то, не совсем точно, я начинал в Чехове, вот, в 89 году, в храме зачатия праведной Анны. Вот, и там же меня уже теперешний епископ, уже митрополит Иосиф пригласил в наркологический диспансер читать там лекции. Это 89 год еще был, для людей, пристрастившихся к алкоголю и наркотикам. Но на самом деле я уже в это время работал в наркологическом диспансере здесь недалеко, на Варшавском шоссе. Был такой 11-й наркологический диспансер. И я дал в свое время согласие там вести группу людей, пристрастившихся к наркотикам и к табакокурению. Я вел группы специальные. Вот. Сам я врач по образованию, начинал работать в кардиологическом центре у Евгения Ивановича Чазова. У нас в кардиологии, как вам известно, есть такие факторы риска, 5 их существует, которые способствует тому развитию сердечно-сосудистых заболеваний. И на первом месте стоит такой фактор риска – курение. На первом месте табакокурение. Поэтому, когда я туда пришел, мне научный руководитель сразу говорит: будешь заниматься табакокурением. Я, конечно, возмущался. Я хотел заниматься кардионеврозами, вот, такими темами интересными. А мне табакокурение, я там, ну, что делать? Он говорит: социальный заказ, давай, давай. Ну, это и начал я так с этим заниматься. Там у нас целая группа была, и психологи, и такие ученые серьезные. Вот, медико-психологические виды помощи при табакокурении. У меня был первый научный обзор еще на этой теме. Ну, а потом так случилось, что я был на встрече «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». Вот, и Евгений Иванович меня послал туда встречать делегатов со всего мира. Вот, и Влада Пеленали. Смотрю, идет Влада, прилетел из Нью-Йорка. Владыка Григорьева встречает. Вот, а мы, я Влада Пеленали одно время и подьяконствовал. Владыка Григорьева, мы дружили с ним, семьями дружили. Так, семья наша, вся семья дружила с Владыкой и Григорием. Вот, и я при всех, никто не знал из моих коллег, подхожу под благословение. Они так все, в царское время же было, вот, удивились. Вот, и мы что-то и разговаривались, я говорю: вот, Владыка, если бы сейчас вы сделали мне предложение прийти в церковь, я бы все оставил и пришел бы. Вот. Потому что когда-то мне делали после армии предложение, я говорю: нет, я стану все-таки врачом, хотя брат у меня был священник уже. Вот. Но тем не менее. И что вы думаете, Владыка через месяц мне звонит и говорит: ты не пошутил там в депутатском зале в Шереметьево? Я говорю: как? Нет, это очень серьезно все. Ну и все с этого началось. Но я думал, что с медициной уже как-то так вот поскольку я буду связан. Нет, меня сразу на всесоюзный съезд главных наркологов пригласили. Ну а потом, тогда еще наш святейший патриарх возглавлял отдел внешней церковной связи, вот он созвал такую конференцию международная, посвященная проблемам пьянства. Вот, приехали лидеры анонимных алкоголиков из Соединенных Штатов Америки, епископы, там даже и священники, и светские люди. Вот все с этого началось. Заключили договор с Минздравом СССР. Вот. И вот и все и пошло. И так вот это послушание за мной закрепилось. Я, честно говоря, никаких не искал там выгод, не думал. Ну вот я это послушание выполняю до сих пор. А в Московской епархии 12 лет возглавлял медицинскую комиссию. Вот, потом еще у меня храм, милости Божией, удалось возвести. Это храм Бусова. Ну вот, может быть, кто-то знает, видел этот величественный храм с огромным культурно-просветительским центром. Вот. А затем меня святейший патриарх Кирилл кооптировал в мир Москвы. Я сам москвич. Вот. Храм Рисположения Господня Донской, где мой духовник рукополагался, где Владыка Стефан жил и служил, врач-невропатолог, вы знаете, наверное, Никитин, выдающийся такой был архиерей Русской Православной Церкви. Вообще, это храм был центральный храм Московской епархии, подмосковный. Вот.
Ну, вот так вот, видите, у меня предел Донской Божьей Матери был Ромашково. Здесь улица Донская, Донской монастырь, у нас чтимые иконы Донской Божьей Матери. У Господа, как говорил праведный Алексей человек, человек Божий, вот, Мечев, он человек Божий, что у Господа все совершается с математической точностью. Так что все вот как есть, так вот и свершилось. Поэтому я теперь перед вами, вот, и хочу поделиться с вами вот этими наработками, поскольку я уже 30 лет там с лишним занимаюсь этими проблемами. Да, кардиоцентр, это же надо же. Помимо того, что я вот занимался такой разработкой такой научной темы, как медико-психологические виды помощи при табакокурении, меня еще мой руководитель, профессор Зайцев, сделал своим заместителем. То есть он был председателем комиссии по борьбе с пьянством, это 85-й год, вот, 86-й, а меня сделал заместителем своим председателем. Ну, как знаете, всегда заместители всю эту работу делают. Вот, так что в комиссии был Атьков, космонавт, он потом возглавлял отделение в кардиологическом центре, Акчурин, которым Ельцин оперировал, они в комиссии у нас были. Ну вот, то есть, видите, вот эта тема, она все время вот в моем сознании, в сердце, в душе прорабатывается. Я к ней возвращаюсь и так, и сяк со всех сторон. Вот, поэтому она выстрадана. Вот, понимаете, вот что такое выстрадано. Вот кто-то, вы знаете, что, когда что-то проходит через себя, вот, тогда ты к этому вырабатываешь такое особое отношение. Вот. Эта тема для меня действительно очень значима. И слава Богу, Господь вот сподобил, что так вот все свершилось. Владыка тогда еще солнечногорский архиепископ был, Сергий Фомин, сейчас он митрополит воронежский. Он возглавлял отдел по социальному служению и благотворительности Московского патриархата. Он к нам и привел наших коллег из Италии, это Дон Сильвио Франко, священника, который просто мечтал, чтобы как можно больше итальянцев узнали о православии. Он музей создал у себя в Тренто, посвященный митрополиту Никодиму Ротову. Он создал иконописную мастерскую, которая писала иконы, хор был у него там православный. И свои средства, у него был отец промышленник крупный, вернее, не промышленник, а фермер, там яблочные плантации в Северной Италии огромные. Вот. И поэтому у него были средства. И он свои средства отдавал святейшему патриарху Алексию II, нам давал, это как раз восстанавливал храм Ромашково, вот, владыке Сергию, дом восстановили там как раз у владыки Сергия рядом с, напротив Новоспасского монастыря. В общем, он был влюблен в православие, когда он стоял у меня на службе, у нас же дисциплинарный такой существует устав, неписанный. Вот, он меня в алтаре-то не мог молиться. Он у меня стоял среди народа, первый, правда, и плакал, говорит, вот когда-то так у нас все было едино. Понимаете, страдают даже вот они, люди, которые видят, что они утратили, они переживают очень, вот. Но это горечь, вот как сейчас мы с вами тоже переживаем, вот то, что происходит в мире, вот такое состояние предраскола, может быть, уже и самого раскола в православном мире. Это, конечно, беда. Что-то звук пропал, по-моему, да? Как только я заговорил о расколе, звук пропал. Все. Да. Так вот, мои дорогие, и вот так началась наша взаимосвязь. То есть Дон Сильвио Франко, он привез профессора Ренцо де Стефани, это крупный психиатр из Северной Италии. У них эта программа уже функционировала. А родоначальник этой программы не итальянец. Вот. Это Владимир Худолин, славянин, вот, который учился на кафедре, возглавлявшейся русскими психиатрами в Загребе. Это было в Загребе. И вот в 1964 году он, у нас одинаковая была, в принципе, психиатрия, наркология, вот, Советский Союз, Югославия. В общем, все очень-очень похоже было.
И он воспротивился тому стандарту, который существовал. Ему хотелось, чтобы действительно люди, страдающие наркологическими такими вот расстройствами, они получали действенную помощь, и результаты были. Потому что результатов, конечно, положительных было мало. Вот, это явно совершенно и у нас, и до сих пор. Вот, чего-то не хватало. И он искал пути. Он ознакомился поехал стажироваться в Англию, в Ирландию. Ознакомился с только-только зарождавшимся таким учением о терапевтических сообществах Максвелла Джонсона. Вот, он познакомился с социальными клубами Джошуа Бирера. Вот. И когда уже вернулся в Югославию, а он уже заведовал кафедры наркологии, он реформировал всю наркологическую систему. Это было очень важно. Конечно, ему это было непросто сделать. Противников было много. Вот. Все-таки он и должность имел, и власть соответствующую. Вот. Он мало-помалу стал реформировать, вот создал в апреле 1964 года первый семейный клуб трезвости. Но он так не назывался у них. Он назывался «Клуб леченных алкоголиков». Вот. И до сих пор они в Хорватии, в Сербии, в бывших странах, в бывшей Югославии клубы так и называются. «Клуб леченных алкоголиков». Мы когда познакомились с этой программой, мы познакомились через итальянцев с ней. Вот. Я решил так, что все-таки это не соответствует медицинской нашей деонтологии, вот, учению о долге медицинском. Нельзя называть человека, страдающего там, скажем, туберкулезом, туберкулезником, там, шизофренией страдающий человек, называть шизофреником. Вы понимаете, что это не просто не культурно, это, конечно, недопустимо. Поэтому я подумал, как это мы будем, страдает человек алкоголизмом, почему обязательно его так вот стигматизировать, алкоголик там. Я уж не говорю о каких-то других ситуациях, когда вообще это режет. Не просто слух, а вы можете, так сказать, экстраполировать на другие наименования, отталкиваясь от названия болезни, и поймете, что это действительно недопустимо. Я назвал клуб «Семейный клуб трезвости». Наши коллеги из-за рубежа, они, конечно, одобрили это. И я сейчас смотрю, вот в скандинавских странах тоже стали называть «Семейный клуб трезвости». Мне это очень радостно, вот, потому что суть в том, что здесь присутствует семейный подход. Это очень важно. Мы с вами собираемся в церкви, это тоже семья, большая семья. Вот. Но это не полная идентичность, но тем не менее. Вот. Наши семьи тоже это как малая церковь. Вот вообще семья это то, что Господь дал человеку для того, чтобы была помощь в деле спасения. Вот кто такой, кто жена для мужа? Прежде всего, не просто, так сказать, жена, которая должна родить, так сказать, воспроизвести род там. Она, с точки зрения религиозной, прежде всего, конечно, помощница в деле спасения. Вот. Поэтому это очень важно понимать. Некоторые даже не имеют детей, и что тогда? Вот. А спасение это очень важно, когда в одно супруг, вот это вот они в одной упряжке, в одном тандеме, идут, помогают друг другу. Вот это очень ценно. Поэтому семейный подход в основе лежит более широкого наименования нашего движения, вот, зиждущегося на системном таком подходе, на биопсихосоциодуховном подходе. Что такое биопсихосоциодуховное? Это значит, мы не исключаем значимость тела, мы обращаемся к душе человеческой. Для нас важно социальное окружение и, конечно же, самое главное, дух человека. Вот. То есть все сферы захватываются. Потому что когда акцент делается только на одной сфере, скажем, физической, мы видим, что врачи помочь не могут. То есть они частично это делают, и частично им это удается, но потом снова человечек опять возвращается в клинику. Вот.
промыли, откачали, так сказать, витаминизировали. Вот. Пробыл несколько дней, а иногда же и дня не пробыл. Сразу же срывается человек. Вот. То есть, видите, не доходит. Результата нет такого, который бы хотели получить. Поэтому очень важно с человеком заниматься и в духовном плане, и в душевном. И, конечно, рассматривать его в окружении и семейном, и рабочем окружении. Вот, это тоже важно. В любом окружении. Вот приходском, например, что очень важно. Еще несколько слов о том, что как это все дальше развивалось. Вот сейчас семейные клубы трезвости во многих странах мира существуют. Вот. И на сегодняшний день вырисовываются три направления. Первое направление – это в Югославии, вот бывшей сербская, хорватская. Сейчас, кстати, заведующий кафедрой наркологии, которую возглавлял профессор Худолин, возглавляет Зоран Зоричич, профессор. Он в этом году был избран генеральным президентом, избран международной ассоциации семейных клубов трезвости. Я их всех называю просто семейных клубов трезвости, чтобы, так сказать, не путать вас там, клубов личных алкоголиков. Вот. И у них какой подход? В основном у них клубы ведут и профессионалы, и непрофессионалы. Вот, то есть смешанный такой состав. В Италии, например, другое направление. Там больше, меньше профессионалов, то есть они, ну, в процентном отношении, не знаю, там процентов 10. В основном это люди, которые имеют некое такое призвание особое, они подготовлены все, естественно. Они ведут эти клубы, вот, и это такие люди, которые имеют особое желание, вот, все это на добровольных началах, везде абсолютно это одинаково, вот, а у нас сейчас в нашей международной ассоциации это признали, нам это очень приятно, что у нас особое лицо российское, потому что наши клубы в основном при храмах, у них тоже есть при храмах очень мало. В основном при светских учреждениях различных. Вот. А у нас при храмах. Ну так вот, поскольку церковь благословила, и церковь на это прежде всего откликается. Светские, там, ну, говорят, как хорошо, как замечательно, но ничего не делают для этого. А церковь с самого начала открыла двери своих приходов для людей, вот, страждущих, и познакомила, и сейчас продолжает знакомить с этой замечательной программой, которая, повторяю, наиболее полно из всех существующих соответствует нашему православному духу. И вы это поймете, почему и как. Вот. Так что у нас сейчас, мы специально создали ассоциацию, вот тоже свою, называется межрегиональное общество, не общество, какое, движение поддержки семейного клуба трезвости, МОД СКТ, межрегиональное общественное движение поддержки семейного клуба трезвости. Но оно стало правопреемницей Дома Милосердия, который изначально по благословению Владыки Винали я создал в Ромашково. Вот. Сейчас уже эти клубы у нас, их много в Москве, в других регионах, вот, и в Новгороде, и в Сарове, и в Нижнем Новгороде, я не говорю, в Владимирской области, в Калужской, вот, в Стерлитамаке, это Башкирия, там тоже уже два клуба. Сейчас вот открывается на Дальнем Востоке. Ну, в общем, слава Богу, так потихонечку мы доводим до сознания людей вот эту значимость этого подхода. Результаты сами за себя говорят. Огромное количество людей
приобщившись вот к этому движению, они с Божьей помощью перестают употреблять психоактивные вещества, самые разные, вот, продолжают свой путь воцерковления. Очень важным моментом является то, что программа эта не предполагает лишь только отказ от употребления алкоголя там, или наркотиков, других психоактивных веществ. Она призывает человека к большему, к изменению образа жизни. То есть без изменения образа жизни мы не достигаем подлинного результата. Мало бросить пить, надо стать лучше, красивее, добрее, любвеобильнее. Надо стать воистину вот, добрым христианином. Тогда это имеет смысл. Потому что, вы понимаете, я могу отказаться от употребления там, алкоголя и наркотиков, но при этом стать властолюбивым таким вот карьеристом там, или впасть в блуд такой беспросветный, или картежником каким-нибудь там, или где-то играть в игры бесконечные. То есть ничего не изменилось, просто страсти поменялись местами, а суть осталась одна и та же. Поэтому очень правильный подход изначально был сформулирован Владимиром Худолиным как стремление к изменению образа жизни. Чем, собственно говоря, и занимается церковь наша изначально. Вот что такое спасение? Это мы должны научиться жить по воле Божией, по заповедям Божией. То есть по-другому никак мы живем. Вот сегодня же вы слышали о званных и избранных, да, вот надо, чтобы мы из числа званных перешли в число избранных, так ведь, да, вот, это самое главное. Он митрополит Филарет Московский, Феофан Затворник, как говорил на этот счет, что вот еще тогда, он говорит, за счет того, что в школах вот уже, так сказать, неправильно ориентировали детей в обществе и так далее, все меньше и меньше становилось избранных. А уж прошло после этого сколько лет. И он говорил, предвидел это, что будет все меньше и меньше. То есть, но с другой стороны, мы знаем слова Господа. Не бойся, малое стадо вот, словесных овец. Вот, мы таковые же ведь. Вот, и дай Бог, чтобы мы в этом удержались все. И наоборот, даже смогли удержать и тех, кто рядом с нами, вот, ближних своих. Вот поэтому, собственно говоря, для нас будет важным осознать, вот, что же святые отцы говорили о трезвости. Одно только сразу скажу, как бы в преддверии вот этого выступления, что христианское отношение к вину четко и определено всеми святыми отцами, учением церкви. Вино – это дар Божий. Когда вы слышите, что вино – это яд, не верьте этому. Это обман. Вино – не яд. Вино – дар Божий. Это вот все в один голос говорят святые отцы. Поэтому проблема-то у нас не в том, что мы, что есть вино. Вот, оно в основе Евхаристии берется, вы же понимаете, да? А в том, что мы живем невоздержанно. Поэтому нам все, что мы из любого продукта можем сделать себе, так сказать, создать проблему. Вот, ну, сколько уж среди нас людей с избыточной массой веса. То есть чревоугодник. Почему? Потому что, так сказать, неправильно относимся к употреблению тоже даров Божиих. Вот. Так и вино. Вот и вино, как говорят апостольские правила, кто гнушается вином, мясом и браком, должен быть из церкви извергнут, если не покаяться. Видите как? Апостолы говорят, апостольские правила. Должен быть извержен из церкви. То есть гнушаться нельзя. Поэтому вот эти вот все такие не подходы, которые основаны на обмане, что вино – это яд,
Вот. Они, конечно, неприемлемы. В первые века еще были такие даже движения, гидропричастники их называли. Вот. Там тоже секта такая была. Они не хотели даже причащать вино. Ведь это давно это идет. И это было осуждено Святой Церковью. Вот. Есть устав церковный. По церковному уставе позволительно употреблять вино во славу Божию. И как это Кирилл равноапостольный описал, ему приписывается это сказание о хмельном питье. Это, оно было в средневековой литературе, в свое время имело хождение, вот опубликовано оно в аналах средневековой литературы. Там говорится так: первая вина употреблялась во здравие, вторая для веселья, третья приводила к пьянству, четвертая к бессодержимости. Четко все прописано. Это так. Это, кстати, идет на протяжении еще до Рождества Христова уже было такое отношение. Но невоздержанные люди не хотели ни с этим считаться. Им давай-давай, они не могли остановиться. В результате пьянство широко стало распространяться, потому что невоздержание в целом приобрело колоссальный масштаб. Вот. Но при этом надо понимать, если человек жил невоздержанно, если он стал алкоголиком, то понятно, ему уже, конечно, непозволительно и той дозы небольшой, которую Святая Церковь благословляет в праздничные дни для верующих людей. Вот. Ему вообще нельзя употреблять спиртное никакое, ни в каком виде, потому что он уже болен. Болен и физически в том числе. Ну, как диабетик. Диабетик же не будет употреблять сахар, там подагрик, нельзя мясо есть там. Вот, понимаете, как там ограниченный белок, иначе у него будет развиваться болезнь, дичайшие боли там, и тому подобное. Аллергик, естественно, не будет употреблять тех продуктов, которые у него вызывают удушье, там, или человек, страдающий бронхиальной астмой. То есть здесь четко совершенно. Раз человек жил невоздержанно, вот у него получается эпитемия на всю жизнь. Пост на всю жизнь. Никакого спиртного он употреблять не может. Но это не значит, что вино – это яд. Есть лечебницы, специальный институт лечебный, который занимается винотерапией. Лечит вином. Видите, как целая лечебница. Поэтому как это говорить, что это там человек-то, который употребляет вино, вот он потом... все это, его мозги, клетки нервные, оказываются в канализации. Ничего себе. Святые употребляли. Вот, сам Христос употреблял вино. И на Кане Галилейской был, и притворил воду в вино. Вот понимаете, какое-то заблуждение, какое-то страшное, так сказать, ересь. Вот, поэтому мы, христиане, должны четко себе это представлять, не верить этому. И потом, понимаете, вот когда человек, например, сталкивается уже в последующем с тем, что это ложь, вот, он, раз его обманывали, его водили за нос, дома говорили, что вот это яд. Вот. А вообще попы всех приобщают к младенчеству, к пьянству, потому что причащают, понимаете как? Ну, куда это годится? Вот поэтому, конечно, вот это вот возникает разочарование, потому что тебя за нос водили. На самом деле не так. Поэтому мы четко даже с вами должны представлять, что вино во славу Божию разрешается по уставу употреблять, и люди, у которых нет никакого пристрастия, вполне могут это делать. Церковь не возбраняет это. Но она и поощряет и другое, конечно, подвиг, когда человек во славу Божию дает обеты разные. Ну, монахи, знаете, особые обеты дают, а мирянин тоже может вот дать обет там трезвости. Пропадает периодически звук. Обет трезвости. Вот Анна, пророчица, недавно мы праздновали ее память. Смотрите, как она. Она не пила вина и секеры, и она была бесплодной, и Елкана, муж ее, чтобы продолжить род, вынужден был, такой обычай был в древности,
и на Востоке, не только у иудеев, взять себе другую жену. Фенана была вторая жена у него, она ему рожала. Но он любил Анну, конечно, а Фенана все время упрекала Анну, вот, издевалась над ней. И вот однажды после принесения жертвы, они, как обычно, всегда собирались на трапезе, и на этой трапезе употреблялось и мясо, и вино, конечно. Анна отказалась есть, Илкана ее утешал, он говорил: ну что ж, ты же знаешь, что я тебя люблю, что у нас и так вот сколько детей, ну, не расстраивайся так, ну что ж ты вот печалишься. Она встала из-за стола и пошла в скинию, пришла в скинию и стала молиться. Вот долго молилась Богу, вот, а священник даже увидел ее в таком состоянии, бормочет чего-то там, и говорит: ты иди протрезвись, священник, скажи сейчас вот так, да, жалоба патриарху сразу, вот. А та нет, она говорит: нет, господин мой, со смирением, говорит, нет, господин мой, душа моя скорбит. Ну, хотелось ей, конечно, чада. Вот, и молила она Бога об этом, чтобы Господь даровал ей сына. И она говорила: Господи, он вина и секера не будет пить. Он будет назареем. И, конечно, Господь ей даровал сына. И кто это был? Самуил. Он действительно стал одним из последних судей израильских. Вот пророком Божиим. Вина и секера он не пил. То есть это особое состояние. Ну, кто, конечно, стремится к этому и получает на это благословение церковное, слава Богу. Это особое благодать. Поэтому не значит, что если вино позволительно, что оно рекомендовано. То есть вы должны это понимать и разбираться, да? То есть вот в принципе, ну или возьмите Самсона, вот то же самое, Самсон, вина и секера не пил, Иоанн Предтеча. Ну многие. Вот, так что вот надо эти вещи понимать и различать. Очень важно. Итак, вот теперь уже как бы на некой такой базе мы прикоснемся уже к теме трезвого пьянения именно как противоположному состоянию физическому, соматическому такому опьянению, то есть противоположного состояния пьянству. Ведь пьянство, оно имеет тяжелейшие последствия как для самого пьющего, так и для окружающих, вот, для семьи. Об этом Священное Писание много тоже пишет. Вот. Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд и в узком смысле, и в широком смысле. Вот. И, конечно, это помрачение ума. Вот, это искажение всех свойств души, вот, и это такая погибель, потому что пьяницы Царствие Божие не наследуют. Вот, правда, так сказать, не нужно думать, что их только их коснется эта участь. Там и злоречивые, там и чревоугодники, так что там это вот есть над чем работать всем нам. Вот. А модель, собственно говоря, одна, как выходить из этого состояния, от одержимости той или иной страстью. Надо понимать, что пьянство – это страсть прежде всего. Это не просто болезнь психосоматическая, там, какая-нибудь, или психическая, или наркологическая, хотя можно и так смотреть на нее. Вот. Но с духовной точки зрения, с религиозной, мы должны понимать, что пьянство – это страсть, которая овладевает человеком. Помните, четвертый идет к бесодержимости, то есть одержимость страстью. А чем врачуется страсть? Разве психотропными средствами? Конечно, нет. Она врачуется таинствами, молитвами. Страсть. Ну какой врач будет лечить страсть? Он не может, это не его компетенция. Вот. Ну, когда страсть развивается, то, конечно, начинает все страдать. Мы же ведь с вами не духи. Мы в теле, значит, тело начинает тоже страдать. И тут-то вот нужны и средства и медицинские. Тут-то и диета на соответствующую, то есть и пост там необходим. Вот. Тут нужна и поддержка ближнего, и психологическая поддержка. Вот то, что мы с вами говорили, биопсихосоциодуховный подход. Все необходимо. Все должно работать на исцеление человека.
Вот есть несколько, два понятия. Есть, можно говорить о выздоровлении, можно говорить об исцелении. Вот для нас очень важно, чтобы человек исцелился. Потому что он, что такое исцелиться? Он обретает целостность, целомудрие. Вот и, собственно говоря, вот трезвое опьянение как раз и характеризует человека целомудренного. Вот. И давайте тогда уже, чтобы я вас не очень утомлял, перейдем уже непосредственно к этой теме. Ну вот видите, поскольку я уже вам читаю этот доклад после того, как выступал в отделе внешнецерковных связей, у нас был семинар, специальная такая конференция международная с участием различных представителей разных церквей. Вот. И это были богословы ведущие, специалисты, вот, и я прочитал им сделал этот доклад для них, поэтому, видите, здесь в самом начале эмблема Всемирной организации здравоохранения, вот, так что, ну, с другой стороны, вам тоже это полезно знать, вот, и я думаю, что это можно будет использовать в своих аргументах, когда вы с кем-то будете говорить, если кого-то захотите, если вас попросят об этом, убедить в том, как следует правильно относиться к психоактивным веществам и как можно избавиться от обладания этой страстью. Так вот, здоровье по определению Всемирной организации здравоохранения – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Полного физического, душевного и социального благополучия. Заметим, в этой дефиниции используется понятие «благо». Обращу внимание, что это определение было дано еще в 1946 году. Вот как давно, оно не менялось совершенно. Вот оно как было, так и осталось. Это определение. Значит, здесь используется понятие «благо». Для нас это важно. Со слов Христа Спасителя известно, что никто не благ, как только один Бог. Вместе с тем, Господь призывает своих последователей уподобляться Богу, в Бога богатеть, говоря: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Примечательно, что в IV веке до Рождества Христова древний греческий философ и врач Аристотель Стагирид пришел к выводу, что конечной целью человека, а значит и человеческого общества в целом, поскольку человек как существо политическое не может существовать вне общества, является достижение жизни, подобной Богу. Подумать только, да? IV век до Рождества Христова. Аристотель, который врачом был и философом, он уже тогда понимал, что цель конечная человека какая, и общества в целом, по уподоблению Богу. Вот мы говорим, в Бога богатеть. Вот как. То есть, видите, это вот прозрение истины очень важно. Потому что все остальное суета-сует. Все это такой мыльные пузыри, понимаете? Вот все это вот. А когда мы смотрим в лицо, в глаза смерти, вот, тогда мы начинаем понимать, что это пустота. А что значимо, что для нас является ценностью подлинной. Стало быть, достижение полного благополучия, как для человека, так и для общества, непосредственно связано с обновлением и обогащением нашего менталитета, с духовно-нравственным совершенствованием. Обыденное, привычное, так называемое нормальное состояние сознания, особое состояние сознания, такие как сон, гипноз, медитация, интоксикация наркотиками, опьянение и тому подобное, не раскрывают всех возможностей человеческого потенциала. Обновление и обогащение менталитета означает признание мистических и религиозных форм сознания. Религиозный и мистический опыт – не пустые понятия. Многообразие описаний феноменов, кросс-культурность и историческая неизменность – первые веские причины считать описание мистических опытов правдоподобными, считает религиовед Миронова. То есть вот этот мистический опыт, он транскультурален. То есть он не имеет границ. И это доказывает его
значимость, что это не просто какие-то субъективные чувства, это реально объективный опыт. Американский философ и психолог Уильям Джеймс в своей книге «Многообразие религиозного опыта» писал: «Наше нормальное, или как мы его называем, разумное сознание представляет лишь одну из форм сознания, причем другие, совершенно от него отличные, сублиминальные формы, существуют рядом с ним, отделенные от него лишь тонкой перегородкой. Мы можем совершить наш жизненный путь, даже не подозревая об их существовании. Но как только будет применен необходимый для их пробуждения стимул, они сразу оживут для нас, представляя готовые и определенные формы духовной жизни, которые, быть может, имеют где-нибудь свою область применения. Наше представление о мире не может быть законченным, если мы не примем во внимание и эти формы сознания». По Джеймсу религиозные состояния являются более высокими, чем мистические. В мистических состояниях люди в меру своих сил только соприкасаются с областью таинственного, тогда как в религиозных происходит слияние с божеством. Свидетельством такого единения могут быть слова апостола Павла: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Это просто такого аллергического свойства. Сухость такая. Я говорю об этих состояниях сознания не случайно. Не случайно. Должны понимать, что это не просто, вот мы с вами, знаете, вот приобщились к некому такому мировоззрению, удобному нам. Ну вот так считают, и мы так с вами считаем. Мы так заняли такую конформистскую позицию. Алексей Федорович Лосев говорил: «Вера есть требование предельно развитого разума», монах Андроникон. Поэтому, когда мы соприкасаемся вот с подобного рода темами, мы должны прийти к убеждению в том, что это не некая такая система воззрений, основанная на наших исключительно только чувствах. Нет, это одновременно и познавательное, познается нашим умом. Вот. Это некоторые же ведь к религии относятся как к опиуму, как это Маркс говорил, опиум для народа, да, это опять тематика наркологическая. Вот. И поэтому я вам привожу пример Уильяма Джеймса. Вот это его знаменитый труд «Многообразие религиозного опыта». Величайший психолог, вот, который исследовал эти феномены, в том числе, конечно, мистическое сознание и религиозное. И обратите внимание, как он говорит, религиозные состояния являются более высокими, чем мистические. Ну, потому что мистические, вы же знаете, есть разного рода оккультные там знания, вот, есть такие представления теософские и тому подобное. Вот, они тоже мистические, но они очень часто человека уводят от истинного богопознания. Поэтому здесь тоже важно различать. Какое отношение эти рассуждения Уильяма Джеймса имеют к теме нашего доклада? Дело в том, что, окормляя страждущих душевными недугами, заботясь об их благе, нам нередко приходится сталкиваться с наличием у них аддиктивных расстройств, то есть расстройств, связанных с пристрастием. Аддиктивных, наркологических расстройств, это зависимостей, вот так называемых. Так, в частности, согласно исследованию ученых-медиков, от 10 до 40% больных шизофренией обнаруживает пристрастие к алкоголю и наркотикам. Вот еще один момент важный. Клеймо сразу не надо ставить человеку, вот, что он там алкоголик. Он может, у него и может быть психическое расстройство, и поэтому он пристрастился к алкоголю. Надо тоже с этим разбираться. У человека глубочайшая депрессия, например, вот,
люди даже не замечают. Тем более эти люди, как правило, с депрессией сторонятся людей. Они замыкаются, сидят там дома, вот, плачут и все. А люди там веселятся, прыгают, вон, петарды запускают. Понимаете как? А у человека оказывается серьезное расстройство. Ему нужно реально помогать. Да, у него и этот алкоголизм отпадет сразу же. Вот смотрите, от 10 до 40% огромное количество людей, страдающих психическими расстройствами, при этом могут иметь параллельно расстройство именно наркологического характера, то есть быть алкоголиками, пьяницами. С каких позиций должен смотреть на эту проблему душепопечитель? Подсказку мы находим у отца современной психологии. Алкогольное опьянение он не обязательно считал частью мистического сознания. Я опять говорю об Уильяме Джеймсе. Вот как дословно он об этом говорил. Власть алкоголя над людьми без сомнения объясняется его способностью возбуждать к деятельности мистические свойства человеческой природы, обыкновению, подавляемое холодом и сухостью повседневной рассудочной жизни. Трезвый рассудок суживает, анализирует, говорит «нет». Опьянение расширяет, синтезирует, говорит «да». Оно поистине великий возбудитель чувств, говорящих «да». Оно переносит нас от холодной периферии вещей к их пылающему центру и на мгновение сливает сознание с самой истиной. Поэтому нельзя утверждать, что люди предаются опьянению только по слабости и порочности. Для бедных и лишенных образования людей – опьянение заменяет собой симфонические концерты и литературу. Одну из трагических тайн жизни представляет то обстоятельство, что проблески высшей жизни, вызванные таким образом, оплачиваются столь низменными проявлениями, неизбежно связанными с состоянием опьянения. Тем не менее, последнее представляет собой часть мистического сознания. И его нельзя упускать из виду, если мы хотим составить ясное представление о целом. Между тем, как говорил святитель Иоанн Златоуст, можно и не пивши вина быть пьяным, равно можно пить вино и быть трезвым. Оказывается, можно также находиться в состоянии духовного, трезвого опьянения. Какова же его мистика? Размышляя над темой духовного опьянения, в мистике преподобного Симеона Нового Богослова, весьма близкой теме экстаза и мистической радости, преснопамятный архиепископ Василий Кривошея, афонский подвижник и ученый-патролог, пишет, что она знакома уже языческой поэзии и религиозной литературе греков, Плотину и гностикам, у которых, по-видимому, ее заимствовал Филон, постоянно использующий эту тему в своем аллегорическом толковании Библии. Филону, вероятно, принадлежит знаменитый оксюморон «трезвое опьянение», столь живо воспринятое христианской патристикой. Ну, владыка Василий, мне удалось раз в жизни даже и подиаконствовать ему, величайший богослов, вот, глубокий знаток древних языков, он в подлинниках читал исследования святых отцов, вот, и он знал, о чем он говорил. Он здесь упоминает Филона. Филон – это иудейский философ. Ну, собственно говоря, насколько он еврей по своему происхождению, жил в Александрии, жил в первом веке. То есть он знал, говорят, что он встречался с апостолом Петром. И говорят даже о его христианизации Филона. Он действительно был выдающийся философ. Он много занимался толкованием Священного Писания. У него есть две работы о пьянстве и об опьянении. И вот он впервые там употребляет этот термин «трезвое опьянение». Опять звук пропал. А, это, наверное, спадает, нет? Не понимаю, в чем дело. Видный представитель еврейско-греческой философии Филон Александрийский использовал оксюморон, вот это понятие трезвое опьянение, это оксюморон, в своем трактате о бегстве и о бретении. От чего бегут, что и как обретают библейские беглецы, его основная тема этого трактата.
Свой комментарий автор начинает с истории бегства Агари от Сарры и нахождения ее ангелом Господним у источника воды на дороге в Суру. По Филону аналогично тому, как ангел Господень, а не человек, обретает Агарь возле источника, означающего премудрость Божию и жизнь, и вразумляет ее вернуться к госпоже своей, покориться ей, так и избранным, без усилий с их стороны, может быть ниспослана с небес мудрость, которой они упиваются, оставаясь в трезвом уме. Вот мы сегодня как раз говорим о званых и избранных. Так вот, видите, как избранным дается это состояние. Они упиваются вот этой мудростью, этим богопознанием, оставаясь в трезвом уме. У Филона есть и специальное сочинение, я уже вам об этом сказал, об опьянении и о трезвости. Немецкий лингвист профессор Рихард Бруннер разбирает труд Ханса Леви «Трезвое опьянение». Надо сказать, что Ханс Леви – это первый исследователь в Германии, он еврей по происхождению, написал целую работу. Вот, она называется «Трезвое опьянение. Исследование по истории древнего мистицизма». Опубликовал ее, это тема его диссертации, он филолог был, опубликовал ее в 1929 году в Германии. На нее все ссылаются. Он сделал блестящий анализ не только древних философов, исследователей, но и отцов первых веков, отцов церкви. Он показывает, вот Рихард Бруннер, разбирает труд Ханса Леви, что в оксюмороне «Трезвое опьянение» Филон нашел подходящее выражение для обозначения границы между мудростью и рациональностью. То есть это тоже очень важно понимать. Вот есть разум, а есть рассудок. Вот с точки зрения рассудка, когда, ну, там все очень просто, как в арифметике. Когда ты что-то прибавляешь, складываешь, значит, увеличивается там. Отнимаешь, что-то уменьшается. А вот с точки зрения разума, ну, может быть по-другому. Вот ты отдаешь себя всецело ближнему, а оказывается, ты Бога богатеешь. Ничего себе. То есть, а тебе прибавляются радости. Ты же себя отдаешь. Вот. Ты поступаешь по разуму, вот, по уму, мус по-гречески, разум. Вот это очень важно различать. Поэтому вот есть разница между мудростью и рациональным. Вот говорят, человек рассудочный, да, прагматист такой, он выгоду всегда находит себе какую-то. Вот, он не будет себя отдавать, он будет оставаться эгоистом, потому что он, ну, не хватает ему разум. Вот это, Филон это здорово подметил, и вот Бруннер как раз находит в этом исследовании Ханса Леви вот эту находку. В трактате о трезвости Филон различает рационалис софиста, человек, который, так сказать, занимается пустоговорением, вот, софист, у него все, так сказать, складывается, он может быть очень красноречив, вот, и, с другой стороны, он далек от мудрости истинного ученого. Мудрость и софистика – разные вещи. Бруннер замечает, эллинистическая, греческая, значит, рациональность, по мнению Филона, не постигает тайны человеческой жизни, она лишь средство от тупости, маскирующиеся в религиозных оргиях и вакханалиях. Знаете, ну, ведь были мистерии, такие языческие, дионисийские мистерии. Там все сочеталось, пьянство, разврат, это как-то, кстати, это была норма. Вот поэтому это называется оргиями, вакханалиями. Все это было под прикрытием культа Диониса, бога виноградарства, и поэтому, так сказать, здесь вот автор упоминает об этих вакханалиях. Я немножечко просто пунктиром обозначаю некоторые вещи, потому что, может быть, кто-то не знаком с этим. Мудрость, основанная и закрепленная в аскетике, благодаря своему источнику и происхождению, представляет собой Богу угодный образ жизни, способный привести к познанию истины божественного откровения, исследованию заветом Божьим. Подлинный смысл разумности Филон видит в том, чтобы сделать Слово Божие
который всегда присутствует в завуалированной, условной форме в Писании, традиции, исторических событиях, слышимым и понятным. Посредством истории и Писаний Бог говорит с нами, но то, что Он говорит, должно быть расшифровано трезвым умом. Только в свете мудрости можно понять истину Писания и историю, записанную в ней. Таким образом, София, мудрость, является источником истинной веры, заключает аналитик Рихард Брунер. Как тут не вспомнить слова монаха Андроника? «Вера есть требование предельно развитого разума». Это из моих бесед с Алексеем Федоровичем. У меня бы работает еще вышла об Алексее Федоровиче в 1984 году. Впервые она была издана в Соединенных Штатах Америки. Начиная с Киприана Карфагенского, который в письме к Цицилию писал: «Чаша Господня так упоевает пьющих от нее, что делает их еще трезвее». Тема трезвого опьянения касались очень многие известные святые. В основном ими аллегорически и символически истолковывались библейские тексты об опьянении Ноя, о молитве Анны, матери пророка Самуила, о чаше, которая опьяняет, об упоении от тука Божьего, о вине, которая веселит сердце человека, о пире премудрости, об опьянении апостола в день Пятидесятницы, о тайной вечере, об упоении Святым Духом. Боговдохновенные души в описаниях святых отцов испытывают неизреченную радость, восторг, усладу, ликование, исступление, изумление, самозабвенный экстаз, разумное и трезвое опьянение, когда пребывают в созерцании единого, в благоговейном молитвенном единении с Богом, находясь в евхаристическом общении со Христом, упиваются Словом Божиим. Это такая радость, которая не омрачена никакой греховной грязью. Экстатическое состояние боголюбивых и смиренных христиан не самовозбуждение, а дар Святого Духа, трезвое опьянение. Наиболее впечатляющий оксиморон «трезвое опьянение» звучит в гимне святителя Амвросия Медиоланского. «Христос – наша еда, и питье – наша вера, напиток радости, трезвого опьянения дух». Так, сейчас я хочу. Сейчас мы сделаем так. Сейчас прослушали этот гимн, реставрированный школой григорианской в Милане.
Там же, вы знаете, мощи Амвросия Медиоланского, ну, это величайший святой, конечно, вы все это знаете. Но тот гимн, который мы поем «Тебе Бога хвалим», он не принадлежит Амвросию Медиоланскому. Вот. Но вот этот гимн, он, кстати говоря, и сейчас тоже был переведенный Свято-Тихоновским университетом. Там они издали уже 5 томов, вышло Амвросия Медиоланского, в том числе и гимны его переведены. Этот гимн «Сияние славы Отчей» доподлинно принадлежит самому святителю. И это его слова: «Христос – наша еда, и питье – наша вера, напиток радости, трезвого опьянения дух». Кстати говоря, в латинской церкви у них есть даже молитва такая, средневековая молитва, где есть такие слова: «Кровь Христа, опьяни меня». В четвертом слове преподобного Макария, по другим данным Симеона Месопотамского, споры идут до сих пор, что за личность, но поэтому приходится употреблять и наименование как самого преподобного Макария, так и Симеона Месопотамского, потому что они в одно время жили. Там идет тщательный анализ их трудов, и ученые до сих пор не определились. Так вот, в четвертом слове этого подвижника, в его диалоге с собеседником, вопрошающим о возможности человеку постоянно входить в состояние истинного, нерассеянного, самозабвенного молитвенного переживания, подвижник отвечает: «Сравнивай молитву со светильником», ну, с лампадой, светильник. «Когда-то пламя более разгорается и возжигается, когда-то тише и слабее, и свет этот временами больше занимается и сияет. Иногда умаляется и меркнет, хотя светильник всегда горит и светит. Когда же бывает очищен, боль испытывается опьянением божественной любви. Иной раз по домостроительству ослабевает тогда, хотя и соприсущий свет слабеет». Это, кстати, уже уточненный перевод Алексея Дунаева. Его отец, кстати, дружил с Алексеем Федоровичем Лосевым. Богослов и патролог, доктор философии, богословия, митрополит Илларион Алфеев, всем вам известный, в своей монографии о преподобном Исааке Сирине подробно останавливается на рассмотрении темы духовного опьянения в мистическом богословии великого отца церкви. Вот как говорит преподобный Исаак о действии молитвы на душу подвижника: «Хочешь ли ты украшать тело свое посредством утомительного стояния, или, быть может, ты хочешь сделать душу свою угодной Богу? Тогда произнеси лишь 5 слов с пониманием, и будешь объят опьянением». Владыка Илларион в упоминании преподобного отца о 5 словах усматривает Иисусову молитву, краткую, непрестанную повторяемую молитву, состоящую в своем наиболее классической форме, из 5 слов: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя». Евсевий Памфил использует это выражение в своем комментарии на 9 стих 35 псалма Давида: «Упиются от тука дома твоего, и потоком сладости твоей я напоиши я». Дом Божий он называет его церковью. Под туком дома разумеет душеполезные Богу вдохновенные речения, которые вызывают разумное и трезвое опьянение. Вот этот тук – это самая ценная часть жертвы была, самая ценная. «Упиются от тука дома твоего». То есть это, поэтому святые отцы, это не только Евсевий Памфил, я вам еще назову, аналогичный говорит Амвросий Медиоланский, Дидим Слепец, вот, вот это упоение, услада от слышания Слова Божьего, от проникновения в его суть, в его содержание, когда оно вливается в твою душу, и ты им живешь, и как мы знаем, Божья Матерь слагала в сердце свое, слагала. Это так важно. Важно жить этим Словом Божиим, насыщаться им, упиваться им. Тогда все остальное отпадает, блекнет, меркнет.
А святитель Амвросий Медиланский об обилии Дома Божьего говорит, что оно изобилие благодати. А потоком услады называет Святой Дух. Аналогично толкует этот же стих представитель Александрийской богословской христианской школы писатель Дидим Слепец, говоря о Доме Божьем как о церкви, изобилующей церковным учением, содержание которого может привести к трезвому опьянению. Я привожу здесь, видите, греческие термины, слова, потому что это же ведь это не мое, это цитата. И надо понять, что трезвое опьянение здесь четко совершенно переводится. Перевод не двусмысленный какой-нибудь, это не фантазия переводчика. Святитель Иоанн Златоуст говорил о том же истинном опьянении, цитируя слова апостола Павла к Ефесянам. «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд, но исполняйтесь духом». Вот прекрасное опьянение. Насыщай душу свою духом, чтобы не насыщать ее пьянством. Наперед займи этим свою душу, как чашу, чтобы дьявол уже не мог вложить в нее ничего. Нужно не просто причащаться духа, но исполняться духом, псалмами, гимнами и песнями духовными, которыми вы исполнились сегодня, так он говорил на проповеди своим возлюбленным прихожанам на Пасху в 395 году. Здесь следует отметить, что алкогольное опьянение вселенский учитель определяет как неестественное исступление души, извращение помыслов, недостаток рассуждения, отсутствие соображения, и добавляет, а это происходит не от одного опьянения вином, но и от опьянения гневом и непристойной похотью. И далее по тексту. Никто, упивающийся вином, не может жаждать божественных изречений. О, как страшно! То есть, представляете себе, если я напиваюсь, вот, то божественное учение уже я не способен воспринимать. Вот почему на таких стадиях, запущенных уже стадиях алкоголизма, алкоголики очень часто выбрасывают иконы, богохульством занимаются, вот. А у них возникает уже ненависть к этому. Представляете, вот это уже серьезное такое помрачение ума. Какие тут божественные изречения? Богохульство из уст их уже исходит. Преподобный Никодим Святогорец, замечательный святой, вот он нам дал добротолюбие, дорогие братья и сестры. Это ему мы обязаны. Перевел преподобный Паисий Величковский его предисловие вот, на славянский язык. И сравнивая чтение сей книги «Добротолюбие» с духовным пиром, где он предлагает православным людям упиться пьянством воистину трезвым. То есть вот те, кто насыщается этими словесами божественными, читая «Добротолюбие», он упивается пьянством воистину трезвым. Этих слов вы сейчас не найдете в современных изданиях, потому что они переписывают одни из года в год. Вот. Это удалось мне найти в архивах. Там один переводчик-исследователь, он трудности перевода исследовал, вот как трудно переводить какие-то вещи, и нашел в древних источниках как раз вот перевод Паисия Величковского, ну, преподобный, великий святой, вот, и там как раз приводится параллельно текст самого Никодима Святогорца, которого перевел Паисий Величковский, и последующих предисловий, где опущены эти вещи. Вот кто-то читал, наверное, пишет там «упиваться пьянством воистину трезвым», может быть, его это как-то смутило, он взял это и выбросил. Вот такое бывает, к сожалению, такая нечистоплотность в переводах. На рубеже первого и второго тысячелетия к описанию свойств божественного опьянения, исходя из личного мистического опыта, обратился преподобный Симеон Новый Богослов в своем 23-м огласительном слове о покаянии и страхе Божием. Чтобы исцелеть от смертельной болезни, каким является грех, нужно прежде всего его осознать. Страх Божий производит это действие.
обратиться к Богу и умолять Его о своем спасении. Бог всегда отвечает на наш призыв, чудесно вмешивается и спасает, таща нас за волосы и награждает своими дарами, плодами покаяния, миром, бесстрастием и экстатической радостью, уподобляемой духовному опьянению, видением света или солнца. Так говорит и живых святых отец наш Симеон. К великому сожалению, люди часто подменяют свое врожденное стремление к благодатному трезвому опьянению любовью Божьей и радостью взаимного общения в Боге опьянением греховным, страстным, приводящим к погибели души. Человек вновь становится преднравственным судьбоносным выбором. Сквозь века продолжает звучать голос Божий: «И жизнь, и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». Спасая человека, избравшего жизнь от рабства греху, Господь наш Иисус Христос предлагает нам в таинстве Евхаристии приобщаться под видом хлеба и вина истинного тела и истинной крови Его, избавляющих нас от семени тли и питающих в блаженную жизнь вечную. Слова Господа сказаны апостолам: «Да едите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем», по толкованию святых отцов означают любовь как пищу и питье, хлеб и вино, которых вкушают любящие Бога во Царстве Его. Вот вино, которое веселит сердце человека. Блажен, кто испил этого вина. Испили его невоздержанные и устыдились. Испили грешники и оставили путь преткновений. Испили пьяницы и стали постниками. Испили богатые и возжелали нищеты. Испили убогие и обогатились надеждой. Испили больные и стали здоровыми. Испили невежды и умудрились. Цитирует в этой связи преподобного Исаака Сирина митрополит Иларион Алфеев в своей работе о нем. Таким образом, святые отцы показывают нам, что покаяние, мольба о спасении, молитвенные делания, постижение Слова Божьего, вкушение таинственной снеди тела и крови Иисуса Христа, стяжание Духа Святаго Божьего и пребывание в Нем приводит к всеобъемлющей радости, уподобляемой подвижниками благочестия духовному, разумному, трезвому опьянению и, наконец, к вожделенному обожению. Сравним состояние опьянения, вызванное пристрастием к алкоголю, наркотикам, другим психоактивным веществам и психоактивным действиям, гневом, непристойной похотью и подобными им зависимостями, с упоением любовью к Богу. Оба вида опьянения вызывают эйфорию, помогают отвлечься от житейских попечений, дают ощущение преодоления собственных границ. Разница состоит в том, что опьянение от пристрастия приводит к потере самоконтроля, помрачению ума, неадекватности восприятия, потере памяти, расстройства здоровья и личности, порабощают, нарушают межличностные отношения, вызывают беспокойство, чувство стыда, греховности и вины. А духовное опьянение, наоборот, просветляет ум, делает человека трезвым, целомудренным, благонадежным, ответственным, освобождает от печали и чувства вины, животворит, помогает ему превзойти самого себя, укрепляет в вере, одухотворяет, вселяет надежду на спасение, оставляет неизгладимое благодатное ощущение отрады и утешения. Итак, будем же честны, отцы, братья и сестры, упиваться трезвым упоением, а от хмельного воздерживаться. Аминь.